Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В рамках Красноярского экономического форума Тува подписала трехстороннее соглашение о взаимодействии с Красноярским краем и Хакасией в вопросе утилизации твердых бытовых отходов. Напомним, что компания СТТБО, по результатам торгов в апреле прошлого года ставшая региональным оператором обращения с ТБО в Туве, не справилась со своими обязанностями. Свою деятельность региональный оператор с трудом смог наладить только в Кызыле и в Акдывураке. Как рассказал министр строительства и ЖКХ республики Евгений Овсянников, два других региона, участвующие в Енисейской Сибири, так же, как и Тува, сталкиваются почти что с аналогичными проблемами организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов. Система обращения с ТБО новая, отметил министр, и Красноярский край с Хакасией испытывают определенные трудности в ее внедрении, в том числе и схожие с теми, что наблюдаются в Туве. Именно эти проблемы заставили три региона подписать соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физические лица и организации, была введена в 2015 году на 3 года в отношении большегрузов свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы «Платон». Эта льгота предоставляла налогоплательщикам полное освобождение от уплаты транспортного налога и налоговый вычет, уменьшающий транспортный налог на сумму уплаты в систему «Платон». Но с 1 января 2019 года данная льгота прекращает действовать. Владельцам большегрузов с начала текущего года придется платить не только за проезд по федеральным трассам, но и транспортный налог на общих основаниях. Этой льготой в 2018 году в республике воспользовались 16 юрлиц на сумму около 3 миллионов рублей и 36 физических лиц на сумму около 1 миллиона рублей. Все подробности можно узнать на официальном сайте налоговой службы Тувы. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь. ЦУМ, цокольный этаж. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Кызылчанка заявила в полицию о ложном грабеже, чтобы не платить штраф за утерю паспорта. 30 марта в дежурную часть полиции города Кызыла обратилась 40-летняя жительница с заявлением о том, что накануне вечером во дворе многоэтажного дома по улице Калинина неизвестные выхватили из ее рук сумку с документами и скрылись. В ходе предварительной проверки сотрудниками полиции установлено, что в отношении заявительницы грабежа не совершалось. Позже женщина призналась, что паспорт она потеряла сама и, дабы избежать штраф за утерю документа, выдумала эту историю. Стоит отметить, что заявительница была предупреждена об уголовной ответственности за ложное сообщение о краже. В отношении нее возбуждено уголовное дело, заведомо ложный донос о совершении преступления. Теперь ей грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы. Днем 29 марта в пункт связи пожарно-спасательной части номер 14 по охране сел Габалгазын поступило сообщение от местной жительницы о том, что на открытой территории в местечке Каскал Тандынского района горит сухая трава. Выяснилось, что подростки подожгли сухую траву в степи. Огонь распространился на площадь в 10 гектаров. За проступок подростков теперь ответят их родители. Напоминаем, что за самовольное выжигание сухой травы нарушитель ответит по закону в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающие предупреждение или штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, на должностные лица от 6 до 15 тысяч рублей, на юридические лица от 150 до 200 тысяч рублей. В большинстве случаев возгорание сухой травы происходит по вине самих жильцов, сжигающих мусор без соблюдения правил пожарной безопасности. При этом порывы ветра могут привести к непредсказуемым последствиям. Огонь легко может перейти на деревянные заборы, жилые объекты, хозяйственные постройки. Во избежание возникновения пожаров необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, в том числе произвести
очистку территории от мусора сухой растительности, организовать вывоз его в специально отведенное для этого места. Не бросать непотушенные спички и сигареты в тех местах, где есть мусор, сухая трава. Не позволять детям пользоваться открытыми источниками зажигания, при этом объяснить им о запрете поджогов травы и разведения костров, а также рассказать о последствиях стихии огня. Используйте подручные средства для ликвидации возникшей угрозы возгорания. При обнаружении очагов возгорания или задымления необходимо звонить пожарному охрану по телефону 101. И необходимо помнить и осознавать, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в зависимости от наступивших последствий. Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите свое имущество от пожаров. Помните, что пожар намного легче предупредить, чем его потушить. Департамент информационного и цифрового развития Минкульта России разместил информацию о результатах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление средств на создание модельных библиотек. Библиотека села ТВХЯ победила в конкурсном отборе на создание в 2019 году библиотеки и получит субсидию 5 миллионов рублей. Модельная библиотека – это образцовая библиотека, располагающая хорошо укомплектованным многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии. По итогам проведения конкурса был составлен рейтинг заявок и определены победители. В этом году для участия в конкурсе было подано 385 заявок от 58 субъектов России. Победителями конкурса признаны 110 библиотек из 38 регионов страны. От Тувы было подано 20 заявок, помимо Дзунхемчикского района. По условиям конкурсного отбора для районных библиотек сумма субсидий составляет 10 миллионов рублей, для сельских филиалов 5 миллионов рублей. Субсидия будет направлена на обеспечение читателей современными отечественными информационными ресурсами научного и художественного содержания, оцифрованными ресурсами периодической печати, оснащение библиотеки высокоскоростным доступом к интернету, а также создание точек доступа к государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека». Поддержка библиотек как точек доступа к проверенным качественным знаниям и информации окажет поддержку в создании национального пространства знаний, компетенций, расширении кругозора. Совсем недавно состоялось открытие нового магазина «Горо» по адресу Республика Хакасия, город Абакан, улица Некрасова, 45. Неудивительно, ведь компания «Горо» работает на рынке инструмента и оборудования с 1992 года и является дилером официальных представителей мировых торговых марок. У нас магазин открылся месяц назад, и у нас большой ассортимент автосервисного и гаражного оборудования. Также в магазине представлен большой ассортимент компрессорного, подъемного, моечного, сварочного и диагностического оборудования. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты подкачки шин, груза, заплатки и пластыря. Вы всегда сможете выбрать подходящий товар, а при возникновении вопросов получить профессиональную консультацию. В ГАРО есть все. ГАРО. Некрасова, 45. Телефон 32 22 15. Настоящий автолюбитель знает, что машина требует соответствующего ухода. Мойка кузова, полировка, чистка салона. Список этот бесконечен. Но где купить все необходимое для этого? Конечно, в магазине «Химтоп». И если быть точнее, в специализированном отделе «Все для авто». Для настоящих фанатов чистого и сверкающего транспорта тут найдется, да, пожалуй, все. Большой выбор сертифицированной автокосметики и автохимии, от автошампуня до полироли, чернители резины, средства для очистки битума, ароматизаторы салона и многое другое. Кстати, в наличии вы найдете и моющие средства в больших объемах, на заметку автомойкам. В общем, за любым средством тебе сюда, а Юна Курседи 103/2. И помни, если ухаживать за своей ласточкой, то она будет служить тебе верой и правдой долгое время. Проверено.
По республике переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 12 метров. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 6 градусов. Местами от минус 11 до минус 16 градусов. Температура воздуха днем от плюс 10 до плюс 15 градусов. Местами от 0 до плюс 5. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от минус 3 до минус 5. Днем от плюс 11 до плюс 13 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.